В Калиновке и близлежащих селах возобновили подачу газа. Подключили уже более 6 тысяч абонентов. Пожар на территории арсенала локализован. Сейчас саперы проводят разминирование по периметру складов и прилегающих населенных пунктов. Собранные снаряды подрывают в специальных минных тралах. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявляют о том, что опасности для мирных жителей нет. И люди могут без опаски возвращаться в свои дома. Со стройматериалами для разрушенного жилья чиновники тоже обещают помочь. В Винницкой обладминистрации, к примеру, уже отчитались, что завезли в Павловку шифер, лес и окна.